Сегодня был особенный день для детей с ограниченными возможностями нашего города. Темиртауские спонсоры поддержали общественное объединение родителей детей с ограниченными возможностями «Жанакун» в честь Дня защиты детей и оказали помощь в организации интересного мероприятия. Два раза в год мы вот делаем праздник детям. Почему надо? Потому что дети особенные. Они не могут сказать, где у них болит, не могут сказать, что они хотят, какую игрушку. Они не могут сами кушать, сами ходить в туалет. Поэтому родителям очень сложно говорить, во-первых, о своих проблемах, о своих ситуациях в доме. И они стесняются. Для этого и открыли это объединение, чтобы нас знали, что мы есть, что есть такие дети, что они между с нами в городе, да, в социуме находятся, что они ходят в школу, что они ходят в садик. Всего на мероприятие было приглашено 20 детей. Они танцевали вместе с аниматорами и играли в различные интересные игры. Родители, в свою очередь, выразили искреннюю благодарность организаторам мероприятия, а также его спонсорам. Хорошо, что подобных мероприятий в нашем городе много. Мой ребенок здорово повеселился и чувствует себя хорошо. Спасибо большое организаторам. На мероприятии, помимо организованного праздника, был накрыт сладкий стол. Отметим, что на сегодняшний день в данном объединении числится 63 ребенка с различными отклонениями. Юлия Исланова, Акерке Балкибекова, Сергей Баданин, Новости Темиртау.